Привет, друзья! Компания Люксфил, Женек. Вот сегодня мы в укороченной, если можно так выразиться, команде. Я и Саня вышли прокатиться. Он на РСе, я на Джелонге. Под конец сезона вспомнил, что у меня есть вот такая вот замечательная габаритная светодиодная лента. И плюс лампочки спереди. Под конец сезона. В общем, сезон уже закончился. Я знаю, что большинство из вас уже не катает. Вот. Но у нас есть ломка. Наверное, как и у всех, и у вас тоже. Вот, мы сейчас вышли. Ну, сегодня тепло уже, минус 4 всего. Вот, ну сейчас минус 4, с утра было у меня минус 17. Вот, и приехал в Москву, было минус 11. Вот, сейчас тепло уже, минус 4. Естественно, во время, когда мы будем ехать на ходу, будет, конечно же, холоднее. Я думаю, что два раза. Давай, скажи. Минус 10 на лице будет ощущаться. Цель какая поездки у нас? Цель основная. Прочувствовать, можно ли в минусовую температуру, во-первых, чисто самому физически кататься. Вот, а во-вторых, конечно же, сколько выдержит самокат. Вот, посмотрим. Еще раз повторюсь, Джелонг у меня, кстати, заряд на нем сейчас не полный. 52,2, должно быть 56 где-то и 8. 52,2, ну, чисто, наверное, 15 минут покатаем, да, Сань? Поймем, да, вообще, что рукам, что перчаткам. Ну, в смысле, нужно ли... Ну, перчатки 100% нужны, но будет ли сквозь перчатки холодно? Ну, у тебя вообще классные перчатки. Да, я специально их взял сегодня. Вот, плюс лицо. Потому что страдать будет лицо, я понимаю, мы видели в группе, там, каждый вот так вот, как может, себя защищает, это правильно. Вот, но у меня вот, в общем-то, обычная куртка моя, я сейчас застегнусь, надену шапку, перчатки и посмотрю, насколько реально будет удовлетворена моя ломка и вообще, ну, как бы, можно ли в минус катать на самокате. Зимой по снегу в лесочке будет вообще как будто фан, да? Но вот сейчас давайте смотреть. Я одеваюсь и погнали, да? Да. Я, короче, у Владимира взял шапку, потому что я красавчик, мне нельзя ходить зимой в шапке. Шутка. Так, ну что, сейчас будут ощущения. Да. Погнали? Да. Да, ребят. Первый раз такой холод выезжаем. Ну, правда, сейчас как... Надо еще понять, насколько задубеет резина, насколько она потеряет свои сцепные свойства. Ну, посмотрим. Пока ничего такого особенного я не ощущаю. Ну, хорошо. Просто сейчас в этом году такая зима, да, что... Ну, на улице снега нет, морозно, солнышко. Ну, что, не зима, еще же осень? Ну, как осень. Ну, если не разговаривать, то, наверное, еще норм. Но нужна, наверное, была клава, скорее всего. Такая, знаете, чтобы глаза закрывала. То есть, вернее, были открыты одни как раз глаза. Эх, забыл я взять очки. Хотел надеть очки. Так и думал, что будут глаза слезиться. Скорость такая не маленькая. Ну как не маленькая? Ох, лед, опасненько. Чувствуется, есть ветер. Немного. Ты что, хочешь сказать свои первые ощущения? Давай. У меня забыл очки одеть, глаз слезится. Один почему-то. У меня глаз не открывал сейчас. В общем, да, глаза слезятся. И знаете, что происходит? Вот у меня куртка, потом кофта без молнии. Здесь еще, видите, ну, молния прикрывается таким клапаном специальным, да, защитным, ветрозащитным. И... Там еще майка, то есть, ну, как бы, плотно все везде. И медленно я вот так вот по накатывающей, здесь еще ощущаю, как проходит холодок. Не, ноги все отлично, прям не продувается хорошо, но глаза, конечно, вот это вот... Нам было очки еще одеть, я забыл, я хотел взять очки специально. Странно, что в шею, да, вот дует. Ну, непонятно, почему тут у меня вроде... Не, у меня ничего не дует, только глаза слезятся, я бы еще мог бы так поднавалить. Ну, да? Только очков нет, без очков прям сразу глаза слезятся. А так вообще очень даже неплохо. Блин, почему-то я не могу, что-то у меня мешает. Все те же прекрасные ощущения, только холодно. Только зимой. Я жду снег. Я хотел поднаваливать зимой, но по снегу. Это же интересно. Подрифтить. Ну,
Глубокий снег он не пойдет. А зачем глубокий? В лесочке, ладно. По морозному снегу пойдет. Поехали. А вот по асфальту... Хочется больше, больше поднаваливать, меньше стоять. Эх, отлично. Но быстро ехать не вариант. Без очков точно нет. В такой холодный ветер. Ветра нет, но просто когда ты едешь, поток создается. Так, в общем, пока главная проблема – это отсутствие очков. То, что ветер холодный попадает в глаза. И тяжело смотреть вперед. Как бы вот это вот самое главное сейчас. Проблемка. Ну-ка. Ох, какие же ощущения классные, когда прям в горку так заносит тебя. Смотрите, ребята, эту дорогу. Вот, я думаю, что когда выпадет снег и здесь дорожки будут укатаны снегом, мы здесь обязательно будем кататься и в снег. Посмотрим, как это. Ну, пока есть только мороз. Катаемся в мороз. Все, в принципе, прекрасно ощущаешь себя. Ну, вопрос в другом, да? То есть, если рассматривать с практической точки зрения, мне было бы интересно... Ну, езда. Ну, в такую погоду понятно. Мороз еще ну, не является такой главной проблемой для того, чтобы ездить. Ну, просто не ездить на самокате, да. Я там читал, что кто-то пишет, что аккумулятор убивается и все такое. Ну, возможно, я небольшой в этом специалист. Но если уж берешь технику, да, ну, наверное, надо ее как. Ну, кто как использует, кто так как считает нужным. Я бы все равно ездил. Ох. Вот, а вот как вот это будет смотреться зимой, когда выпадет снег, вот это я вот не знаю. Короче, у тех, кто смотрит, должно вздрогнуть. Смотрите сюда. Так, что здесь? Это следы. А вот здесь это вот... Это следы тех, кто вылез из воды. Ох, вот это да. Класс. А что, здесь на самокате будем кататься? Где? По льду. А пробежишься? Пойду водичку проверю. Пробежишься по льду? Не, он еще не крепкий, вообще смотри, вообще, смотри, купание от жинка сейчас может произойти. Да ладно, слабо. Да нет, не буду. А здесь, видите, здесь можно сфоткаться, типа я на юге. Сфоткал, да. Класс. Вообще, да. Но, вот какие плюсы я вижу. Не грязно, все заморожено, считай, сухо. И, смотрите, парни и девчата. Зеленая трава, мох, я не знаю, зачем. Зелень. Зелень. Класс. Так, ну что ты еще скажешь по езде сейчас на самокате, как тебе? Ну, прихватывает щеки, наверное, видно. Но полчаса я смогу прокататься точно. Ну, то есть, в принципе, да, до работы ты бы смог с утра доехать. Да, ну, да, да. Ну, да, если да, такое расстояние да, небольшое. Да, да, смог бы. И при этом, знаешь, вот это вот эти вот чувства, вот этот адреналин, круть, она, конечно, присутствует. Все равно есть, да. То есть я вот что заметил, когда ты регулярно ездишь на самокате, это чувство пропадает. Но если ты 2-3 недельки не ездишь, опять такое ощущение новое как будто. Ну, в общем-то, да, так и есть. Ну что, поехали? Да. Прям хочется сюда вот прям поехать. По льду. Вы просто посмотрите, люди голыми ногами выходят. Ты же видишь, вот они, ноги прям. А ноги, ноги, смотри, вот прям ступня вот тут. Ну да, вижу, класс. Короче, всем здоровья я желаю. Чуть-чуть я не... Так, езда в горку.
Как я вылетел прям, колесико переднее поднялось. Но все-таки сейчас не очень холодно, все-таки 4 градуса. Сразу совет, я почему останавливаюсь, иногда буду делать такие остановки, катаясь в мороз, видя перед собой мостик деревянный, или вот видите, здесь деревянное полотно целое идет, помните, что дерево замерзло и скорее всего оно скользкое. Поэтому асфальт еще сцепные свойства с шинами у вас будут сохранены. С деревом, скорее всего, вот сейчас я проскользнул там. Такого не будет. Вот. Смотрите, какие елочки. Здесь у нас в Битском лесу специально посадили и выращивают бетонных елок. Вот, ну что, по деревяшкам, да, насколько скользко покажем? Давай попробуем. Ау! Помните, я уезжал от офиса, было 52,2. Ну? 59. Очень быстро разряжается. Ну, у меня тоже. Он не разряжается, просто замерзает. Ну, замерзает, да, но я имею в виду, что вот сейчас полный, под нагрузкой остается из 5, так сказать, делений, остается всего 3. Ну, я думаю, что сейчас мы еще минут 10 покатаемся, я пешком уже пойду. Давай недалеко от офиса. Да, здесь, конечно... Немножечко поскользже, что ли сказать, правильно, ну, более скользко. Поэтому нужно не допускать пробуксовки, соответственно. Чего? А? Туда поехать. Мне, наверное, задним амортизатором. Не знаю, у меня все с самокатом отлично. Мне все нравится, он хорошо ускоряется, хорошо тянет, он хорошо держит дорогу. Никаких у меня претензий к нему вообще нету. Как бы мы все самокаты такие распродали, а этот даже и не выставляли на лот, потому что я решил его, как что, ездить на чем-то надо. Вот этот мне самокат, конечно, нравится больше всех. Конечно, он тяжелый. Гонять работа, дом, работа на нем не так прикольно, как на Куге М4, например, да, в том плане, что Куга М4 легкий. Если вам нужен там небольшой подрывчик, там, в районе 4 километров, то да. А если вот так вот по катушке устраивать, чтобы вот и мощности всегда хватало, и заряда, пробега, конечно, надо вот такое, чтобы и держал дорогу. Как вот на Куге М4, конечно, ну, не то, да, я бы... На Куге М4 не смог бы так кататься, потому что, ну, недостаточно его скорости. Именно такой скорости подрывной, да и чтобы, ну, чувствовать. То есть это такая больше рабочая лошадь, а этот для драйва, для всего. Но, конечно, таскать его в квартиру, в подъезд, там, в лифт тяжеловат. Для всех, все, во всем остальном это плюс. Такой лес замерзший, сухой. Так, у меня еще пару реплик. Давай. Значит, смотрите, замерзает амортизатор с пружинами, пробивает задний амортизатор, не пробивало вообще летом никак, пробивает. И, как я и ожидал, задубели колеса. Ну, сама резина, сама покрышка задубела. Получается, что вот когда ты проезжаешь какую-то неровность, ты слышишь, как она вот так, знаете, делает такой... Ну, ты слышишь, как будто она... Такая жесткая пластика. Не знаю, я пластика. Так особо ничего не... Но разница... я замечаю, я слежу за этим сейчас. Разницы никакой не ощущаю. Ну вот.
Но я думаю, нашим подписчикам вообще будет интересно увидеть, например, мы знаем, сколько проезжает, например, Якомура РС в летний период, в теплую погоду. Ага. И было бы интересно увидеть максималку Якомуры РС именно по пробегу в минус. Ну, можно минус такой. Минус 5, минус 10. Ребят, ну, напишите в комментариях, нужен такой тест или нет. Да, мы возьмем самые распространенные модели. Понятное дело, что все, наверное, мы делать не будем, но ту же Кугу М4, М5 на внедорожных шинах мы, в принципе, можем зарядить, выйти и показать, сколько они в мороз. Ну, плюс-минус. Я бы вообще хотел 5, сесть, 10, на, сесть на М4 и понять, готов ли я был бы ездить на работу. На... Как летом, да? Да. Дом, работа, дом. Да. Я вот, честно, не уверен на М4, что такое, ну... Ну, короче, пока вот такие ощущения. Но вот этот адреналинчик все равно... Не, есть прикольно, конечно, нормально. Где, давай не поедем туда, в эти пандусы. Так это мы туда выйдем. Куда? Блин, Жень, неохота тащить самокат вверх. Давай покатаемся так. Не знаю, что там у Женька задубело. У меня вроде все отлично. Че? Ну, не знаю, ты можешь попробовать, конечно. Я зачем? Я туда не поеду. Там не. Дорожку я вижу. Не, я не поеду. Да. Зачем мне это надо? Ну. Так вот просто покататься вообще класс. Короче, он почти остановился, все, он такой, а потом только какие-то силы откуда-то взялись. Вообще, просадка была, сейчас прям, класс. Блин, по приколу, он так просел сильно, на самом деле. Я думал, что все. Да, у меня тоже так почти просел, ну да, такая была, был крутой подъем. Конечно, вилка такая мягкая, ребят, это не передаваем. Ни один самокат не имеет такой мягкой передней вилки. Такой, ну, можно сказать, мягкой передней подвески. Я вообще ничего, вот, видел, какой полицейский лежачий крутой был? Да я вообще ничего не делаю. Тот же Dualtron Thunder, он достаточно, как бы не говорили, что там можно отрегулировать мягкую подвеску, не дает такой мягкости. Руки все равно отбивают прилично. Ну вот, а здесь просто мягкая, то есть, ну, я не знаю, как вам это описать, но... Там нету, нету никакого отбоя вообще. То есть она просто съедает даже такой полицейский. То есть это вот основное преимущество этого самоката. Вот именно, ну плюс то, что сама вилка держит очень хорошо дорогу. Тут уж китайцы как-никак, но все-таки подумали. Кто уж какой инженер ему это создавал, не знаю, но сделал классно. Что там, где у нас Евгений? Не, у меня вообще отлично проходят все полицейские, я нигде руль не поднимаю, ничего. Так.
попал лед. Так, конечно, так страшновато, на такой скорости, если попадаешь, попадешь на лед. Не дай бог, что затормозишь, так это вообще точно улетишь. Так что, ребят, будьте аккуратны, если будете, конечно, гонять. Кто, ну, кто гоняет, они, наверное, понимать это должны, я думаю. Что еще? Пятая точка подмерзает. Чуть-чуть щеки, но это как бы не так сильно. То есть вот в лесу не было ветра вообще. Здесь все равно ветер есть. На скорости гораздо более, ну, сильно это ощущается. В лесу такого не было. Хотя в лесу, наверное, так и не гоняли, да? Не, но все равно класс. Даже сейчас прокатиться все равно прикольно. Вот. Но главная цель, конечно, там, вот... Я в комментариях выложил пост в сообществе, да, о том, что задал вопрос, зачем вообще приобретают люди электросамокат. Вот, и там кто откликнулся, вообще спасибо всем тем, кто об этом хоть что-то написал. Ну вот, спасибо тем, кто хоть что-то написал. Я понял, что мнения разделились на... как сказать, на два лагеря. Значит, первая половина — это используют самокат, приобретают его для, в основном, для поездок на работу. Вот. А вторая, по большей части, приобретает его для развлечений. Ну и какая-то часть там приобретает его, чтобы там магазинчик съесть. Ну тоже, ну я считаю, что это тоже больше как, ну, развлечение. Вот. Поэтому сейчас такая цель, чтобы понять, можно ли вот в такую погоду ездить на работу. В принципе, можно. Одевайтесь чуть потеплей, но, конечно, зависит от того, какое у вас расстояние до работы. Главное, я думаю, это сцепление с дорожным полотном. Я когда думаю, выпадет снег, ездить будет уже не вариант, скорее всего. А вот сейчас, ну, несмотря даже на холод, ездить можно. Аккумулятор работает. Там 63 у меня, да, ну 3 вольта упало, да, но это такие вольты, по-хорошему, даже такую морозную погоду нужно замерить, сколько он держит. Глаза, в общем-то, я хочу сказать, привыкли. Привыкли, и, в общем-то, я уже еду, и ничего у меня не слезится. То есть, можно ездить, можно. Ну, конечно, если ехать куда-то на дальняк, там, километров на 20, то, наверное, я думаю, нет. А вот так 5-максимум 10 километров легко. Можно гонять по-прежнему на самокате. Конечно, интересная штука. Придумали этот электросамокат, вообще вещь. Посмотрим, как зимой. Но зимой, я думаю, что вряд ли. Только для развлечений можно покататься. Чисто использовать как именно на работу, ну, вряд ли. Наверное, все-таки опасно это больше. Развлекаться можно, а вот ездить на работу, наверное, будет опасно. Какой же прикольный аппарат, а? Я на нем весь сезон отъездил и сейчас продолжаю ездить. Вообще. И никаких, самое интересное, не было поломок. Нет, ну была поломка с контроллером. Ну его просто поменяли, контроллеры, и все. Где-то 37-е, они просто сгорели. Ну, не были, наверное, рассчитаны на такую нагрузку. Вот, если решить, ну, главным образом вопрос... с электроникой, можешь поставить сюда другие контроллеры, другой мотор. То есть сама вот эта конструкция, она очень удачная. Сюда можно сделать так, что он и будет и намного быстрее пулять. Вот, и аккумулятор, здесь есть место, куда поставить больше. Можно, мне кажется, и на 60 ампер воткнуть. И это будет просто бомбический аппарат. То есть у него пространство для тюнинга, ну, просто огромное. И все вот эти другие конструкции, я согласен, может, тоже неплохие. Там маятниковые подвески, типа бандиты и так далее. Очередная порция советов. Да.
шапка, вот такая шерстяная, продувается. Поэтому для покатушек берите шапку. Резиновую, а? Бассейн, да. Нет, шапка есть с подкладками. А второе, пальцы вот эти вот, крайние, да, получается, мизинец и безымянка, они не работают, из-за этого замерзают. Видите, шерстяная перчатка сейчас, она продувается, замерзает. Вот такие перчатки надо брать, как у Санька. Тоже мерзнут руки все равно. Вот из-за того, что не шевелится. Вот видите, он, Евгений там раз так руль поднимает, чтобы ему легче было ходить. А я передний не поднимаю, у меня передняя подвеска, ну просто идеально. Вот. Я, конечно, понимаю, что он тяжелый из-за этого, но это требует жертв. Мягкость. Да, так я что говорил-то, что никаких поломок не было, но только контроллер поменяли, и то по гарантии. Я в Фейкамур съездил, они мне поменяли контроллеры, другие поставили. И все, и я дальше продолжаю кататься. Я имею в виду, что вот по технике ничего не ломалось, то есть ни передний, ни задний. И я, в общем-то, самое интересное, что тут особо-то ничего и не подкручиваю. Как бы здесь тоже ничего не подкручивается. Хотя надо, конечно, посмотреть. Но просто нет никакого ни люфта, ничего такого, куда там смотреть, чтобы что-то крутило. Да, ничего не гремит, не болтается. Хотя, если вот так разобраться, если бы я прям вот лично себе такой самокат взял, да, а не вот, ну, там, не для тестов, я бы, конечно, поменял здесь и контроллеры, и моторы поставил более крутые, вот. Но я вот сейчас просто это все понимаю, да, может быть, тормоза бы заменил, да, сделал, ну, какие-то более качественные и диски там, но как в стоке аппарат очень хорош. Очень хорош, несмотря на то, что он там, может быть, не дуалтрон, да, но тем не менее, если в него взять за те деньги, которые он предлагается, да, и в него вложить, доложить еще столько же, сколько там, например, стоит дуалтрон, я думаю, это будет намного лучше дуалтрона. Так, друзья, завершение. Мы тут пока катались, я дал несколько советов. Посмотрите обязательно это видео до конца. В конце хочу что сказать. Кататься все так же эмоционально, все так же круто, все так же где-то феерично. Люди смотрят, солнышко, ты едешь, морозец. Ну, в общем, классно, действительно круто. Одевайте теплее, шапку другую, с подкладкой, перчатки другие. Так, в общем-то, я сейчас нормально не замерз. Чуть-чуть ноги начали подмерзать, вот где джинсы просто. Но это подштанники, термобелье. И катайтесь. Удовольствие получите 100%. Это, я думаю, что это на уровне, как вот в детстве мы катались на санках, на снегокатах. И вот сейчас можно поднавалить на самокате, получить те эмоции, ради которых стоит жить. Luxville.ru. Спасибо, что смотрите нас, а мы продолжаем.